зазвучит на всю страну. 16 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, нашего земляка Георгия Свиридова. Юбилей великого музыканта в Курской области отметят с размахом. 26 октября стартует 16-й музыкальный фестиваль его имени. В этом году он будет масштабнее, чем обычно. Куряне услышат любимые произведения, а также познакомятся с новыми гранями творчества Георгия Васильевича. Программа фестиваля – это 10 уникальных проектов. В них примут участие творческие силы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа. Старт фестивалю дадут куряне. Хоровая музыка композитора зазвучит в драматическом театре. Далее эстафету примут участники свиридовских чтений из России и стран СНГ. Симфонический оркестр Белгородской филармонии исполнит знаменитые «Время вперед», «Метель» и «Пятую симфонию» Шостаковича. Необычным станет концерт «Неизвестный Свиридов», собранный по рукописям композитора. Музыку Георгия Васильевича исполнит и один из самых известных пианистов страны Николай Луганский. Будет у нас и юбилейный вечер 14 декабря в драматическом театре. Здесь будет и особенный концерт «Фатиже». Здесь и 21-я хоровая, детская хоровая ассамблея, которую обычно проводит город Курск. День рождения Георгия Васильевича. Мы проводим благотворительную акцию для всех земляков Георгия Васильевича Свиридова. Это будет литературно-музыкальная композиция «Метель». А уже 8 октября в «Фатиже» появится бюст композитора. В Курске на здании театра «Кукол» откроют мемориальную доску. Также в декабре презентуют книгу. В ней собраны высказывания выдающихся деятелей культуры о Свиридове.